Айжан! Стоп! Дорогие друзья, я хочу вам сообщить, что на моем YouTube-канале Аминка Витаминка в октябре выйдет фильм «Киленька тоже человек 2», в котором снималась я. Если вы его ждете, то тогда пишите комментарий. Если не ждете, тоже пишите. Короче, просто пишите. Привет! Давай познакомимся. Меня Тамерлан зовут. Да не хочу, у меня настроения нет. Это чё как мемля, пойдём. А дёка, я себя плохо чувствую. Ну пойдём тогда поотжимаемся, подтягиваемся. Да не хочу я здесь буду сидеть. Пойдём. Да не хочу, у меня сердце болит, иди играй. Пойдём. А ну пошли вон! Фу, ты что, влюбился? Да отстань от меня, дети. Не грусти, братан, я тебе помогу. Я знаю, как привлечь девчонок. Смотри, как я умею. Иди подойди и скажи свое имя. Ты что, борщ готовишь? Нет, я борщ готовлю. Мы же в Москве. Где я вам козу найду? Понятно. Ну что, сегодня чаепитки? Нет, я блины жарю. Скоро же маслица. Вообще-то масленица. Да. Ой, выпьешь мне.
здравия желаем! Могу прийти на день рождения. Моя Инешка сидит дома. Никак не могу выбраться. Точно! Инешка? Нидерин? То есть мама, мамочка. Чё надо? Я тут подумала, может, вам в театр сходить? У меня сериал начинается, не мешай мне. Ну, может, на базар вам сходить? Вы же любите ходить на базар? Я за утро уже 2 раза сходила на базар. Мама, там ваша подруга Кульпан с соседкой идет. Что? Кто? Они там так интересно что-то обсуждают. Наверное, про мантовар, которого я не вернули. Что? Где? Когда? Обсуждают меня? Без меня? Не жди меня на ужин. Девочки, я еду к вам. Уже иду, пожалуйста, потише. Я иду, иду. Только присела. И вот, на тебе, она заправила. Я. Ты мне мешаешь читать. Осталось послезавтра. Как дела, папа? Хорошо. Аржан, ты мне мешаешь читать. Ну, здесь же домик моих деток. Мэйзи чуть не споткнулась об Эдди своего первого ученика. Я знаю, там вот это в конце этим мумия, кажется, профессор со школы. Ну, папа! Thank you.